Так. Так, Смирнов у меня уже был. Никонова тоже вычеркиваем. Нормально. Двух лохов за одно утро развел. Так, теперь у нас кто? Фуфайкин 254. Фуфайкин. Виктор Иванович. Виктор Ильич. Виктор Ильич. Здравствуйте. Здравствуйте. Фуфайкин Виктор Ильич. Да. А в чем дело? Вот вы какой. А можно? Пожалуйста. Спасибо. Ну, это... Я буду краток. Дело в том, что я ваш сын. Только не надо отпираться. Вы припомните. Крым, лето, как говорится, грехи молодости. Ну, что, папа, давай обнимемся, что ли? Подождите, а вы уверены? Еще бы, конечно. Сынок, родной, плоти, от плоти, как я рад, что ты нашелся. Годы поисков, годы. Именно сейчас. Да, квартира хорошая. Это, я говорю, квартира у вас хорошая. Я бы остановился тут на недельку, месяцок, годик-другой. Еще бы, ради бога, конечно. Где же еще, как не у родного отца? Вот, могу остановиться в гостинице. Но тогда придется помочь сыну материально. Мне предпочтительнее, конечно, в гостинице. О чем ты говоришь? Я тебя никуда не отпущу. Ни за что. Никогда. У меня же родных никого, кроме тебя. Ты мне так нужен. Черт возьми, ну приятно осознавать, что кому-то нужен. Очень нужен. Особенно сейчас, когда мне предстоит операция. Так, что за операция? С этого места подробнее. Сейчас объясню. Погоди. Дорога каждая минута. Что, так плохо все? Так, может, это по завещанию перетрем? Алло, Николай Иванович? Нотариус. Это Фуфайкин. Срочно приезжайте. Для меня нашелся донор на почку. Причем сын мой, родная кровь. 100% приживление. Полная совместимость. Полная. Thank you.